к законодательному собранию правительство должно быть готово. А значит, законодательное собрание состоится в среду. Поэтому я приглашаю всех руководителей правительства, всех руководителей муниципалитетов. Главный вопрос, который будет обсуждаться, это вопрос бюджета. Бюджет во втором чтении. Я напомню о том, что мы уже традиционно привыкли о том, что окончательный бюджет у нас принимается в трех чтениях. Во втором чтении мы принимаем, так сказать, все, что у нас с вами, так сказать, было обсуждено. А в третьем чтении будем принимать, когда у нас уже будет понимание по федеральным средствам, которые в рамках наших межбюджетных отношений должны поступить в регион.